French. Thank you, Justin. Thank you. Good night. Температуришь, нет? Thank you. Температура есть? What's пошли happened? Снимать уже, ну выходи уже. Сейчас пойдем, идем. Ребята ждут, пошли. Okay, Justin, I wait you. I will wait you tomorrow. Thank you. Нам нельзя. Нет, всем привет. Нам нельзя в эфирах разговаривать, подключаться с кем-то, разговаривать. А так можно разговаривать в эфирах, пожалуйста, в любое время. Ну когда нет. Последнюю. Да хватит жрать сосиски на ночь. Последняя, честно говоря. Бог любит троицу, последняя. Bye-bye, Джастин, bye. Какой Джастин? Какой бай-бай? Алло. Блин, вытащи сосиску из своего рта. Какой просто. Бай-бай, какой Джастин? Пстец. Understand me? Хватит жрать сосиски на ночь. Пошли. Вот, ты вот, вот не буду, фу, отвратительно. Пойдем, что? Нам что, здесь... Ну, мы же с тобой хотели заснять. Да, можешь? Да, мне только размяться надо. Позовнись, а где ты хочешь это сделать? Да блин, хоть на полу. Да давай на полу, ты ляжешь. Ну ты разомнись только, да. Сейчас. Ты все, что ты будешь делать? А, все тебе скажи, все, да? Блин, со мной снимешь дальше потом. Да, так все, давай. Я потом хочу на это посмотреть, как ты это будешь делать. Кто любимая пара на Дом 2? Никита Умазский и Настя Паршина. Вообще они все клевые. Федя, Сани, ты тоже очень крутые ребята. Нет. Вот, я и дальше. Как бы, когда в Арзамас, не знаю. У меня здесь нет нелюбимых пар, если что, так я всех очень люблю. Так, ну что, я пока разомнусь. Ой, налог. Ты знаешь, когда голос убивает? Как замерзло. Ты посмотрел? Ты сосисок обожрался, я не буду. Ты давай, делать. Ребят, я сейчас, сосиски. Наверное, блядь, заступаю. Разрешил. Мы сейчас будем снимать видосики, и я должна сделать трюк. Ну, не то чтобы прям трюк. Да, сайт хочу. Очень важная и ценная информация, Валер. Как бы я без нее жила, даже не представляю. Просто прошел мимо и сказал. Молодец. My heart went back. Так. Чтобы она через меня так сальтуху сделала. Попробуй так сделать, не травмируйся. Ой, 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 простите! Да, никто ничего не видит. Давай, пробуем. Главное, что ты мне еще наебало не наступило. Да вы задолбали, уйдите из моих прямых эфиров. Вот что они делают? Прогоните их отсюда. Вообще жесть. Проектные. Давай. Сейчас она. Ну попробуй все. Сейчас боюсь. Еще через меня так попробуй. Так, пока не снимай. Давай, пусть она потренируется. Надо еще, чтобы кадр да. Блин, а вот это раз надо. Давай. Ну, подушку понимать, да просто. Пошла. Нормально? Сейчас. Давай, вторая.
Я просто не знаю, в какой момент. Вот, сейчас. А знаешь, какой момент? Смотри. Да, покажи лучше. Покажи оригинал. Да нет, оригинал надо показать. Давай. Целует уже лицо и лицо должно. Ага. Нет, не целует. Ну, блядь. Лицо, лицо. Нет, не вылезем мне. Окей, давай. Да, я так хочу. Сначала разбежаться, да? Да, я сниму, короче, знаете, как сниму? А, давайте, Наталья, давай, что там? Та-та-та-та. Тогда съемки, на сегодня закончены уже. А потом, смотри, а откуда? Ладно, я сделаю. Но мне что-то сначала бежать, нет? Или откуда побежать? Я вот так сниму. А, давай. И чтобы ноги ее было видно, чтобы она была задана, давай. Лицо-лицо. Давай. Давай. Раз, два, три. Подожди, нет. Давай. Пошла. Я словом сделаю. Что думаешь, что делаешь? Да, давай. Когда она делает сайт, очень близко к тому, чтобы лицо не было. О, нет, нет, нет. Еще. Давай. Давай. Ребята, что твое лежите? Уйди! Нет. Вот такое сейчас мы. Давай. Не, ходи. Стоять, да? А, подожди, кто? Стоять. Перестань, я так. Мое, кстати, да. Стоять, я ж твой парень. Твое? Полицейский. Нет, да, не пошли. Что там, прямой эфир, господа? Дайте хайпануть на ней. А у тебя это потом сохраняется? Да, я тебя отправлю. Да, конечно. А что потом? Так нет, да, я лучше вас сниму. И чё? Так. Всё, давай. Чем мы занимаемся ночью? Алина, эту пару себе нашла, да? Это вообще видно, не в чем идея. Стойте. А, да. Поехали.
я понимаю, что ты не хочешь. Да, классно. Да? Ночами обнимаю, тебя прижимаю, а я мучаюсь от боли. Что там? Бабушка Валя, тем уже по тебе не знаю. Как слышу, что я тоже по ней. Все, давай. Да, лежи просто, лежишь на руки, типа на нее. Так, разбери, пусть два. Мне кажется, там замедлить надо, нет? Да, слава богу. Иди, пожалуйста, иди. Все? На улицу пойдем, нет? На. Так, ну что, давайте поболтаем. Молодец, моя, ждем тебя в Арзамасе. Как-нибудь обязательно приеду, конечно же. Я безумно соскучилась по своему городу. Очень соскучилась по своим родным, по близким, по друзьям. Безумно просто. Говорит, что любит и ночами обнимает, сердце прижимает. Пою я хреново, так что не ругайтесь. Но мне сегодня потрясающее настроение, чего желаю. И, конечно же, вам. Что-то мне не нравится. И давай, мне нравится. Бэби. Давай, что любит. Сколько раз кушаешь в день? А, вообще при данном ритме жизни стараюсь кушать 3 раза в день. Плюс у меня бывают какие-то небольшие перекусы, орешки, фрукты. Вот, стараюсь питаться правильно, но вот сегодня я кушала очень много и не очень правильно. Но могу себе позволить в качестве разгрузочного дня. Разгрузочного для ЦНС. Что а? Людям врешь? Чё? Да, я сегодня много ем, я не вру. Давай, я сегодня много ела, потому что я стрессовала, не хотела. Алина, опустишь Беку? Куда я его должна опустить? Выводи сразу удали. Цыяй! Мне вот интересно, куда я его должна отпустить вообще? Интересные такие. Хм. Ту-т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 у. На рождение дочки. Конечно, отпущу. Как я могу его не отпустить? Конечно, я его отпущу. Ту-ру-ру-ру-ру. А многие девушки на проекте на ПП? Нет, у нас есть девочки вегетарианки. Девочки на ПП тоже есть. Разные бывают. Девочки бывают разные. Синие, зеленые, красные. А покажи, что у тебя получилось. Сейчас, я еще дофига что сделаю. Так. Сейчас еще где-нибудь. 3, 2. У нас что-то стулья в разные стороны. Ну что? Что делать будем? А ему не стыдно, что он бросил девчонку и ушел на проект. Он никого не бросал. Если бы девушка хотела быть с ним, они бы были вместе. Так что давайте не будем. Поэтому, блин, просто смотрите, если люди хотят быть вместе, они будут вместе. Если люди не хотят быть вместе, их ничего не удержит.
Я вам даже больше скажу. Ни один ребенок в семье не удержит родителей в браке. Скинь мне Максу только. Ты сосиски наел. А ты ела, наелась мороженое. Сосиски. Ну от меня хотя бы не воняет, ну, сосисками. Не надо, от меня нет. Все, блин, стоило съесть сосиски. Она у него живет, а он там. Ну что, пошли с ним. Пошли. Бегай, я не хочу идти на улицу. Можешь оставить свой сейчас инстаграм, увидите со мной типа цель. Я тебя жду, я вышел сам из себя. А что ты хочешь? Не знаю, пошли что-нибудь придумать. Бери, родитель. Все, меня... Все, меня забирают. Пойду тикток с ним. Социальные сети. Видосик, короче, снимать пошла. Говоришь, что любит и ночами. Ну-ка.